Всем салют, Мандарин тут! В сегодняшнем ролике мы продолжим тему экспериментов. Нам самим очень интересна эта тематика и надеемся, что вам тоже понравится. Что же будет, если добавить в бутылку Кока-Колы соду? Итак, поехали! Для чистоты и разнообразия эксперимента мы используем 1, 1,5 и 2-литровые бутылки Кока-Колы, а также обычную пищевую соду. Мы решили выбрать такое местечко, чтобы не нарушать чистоту помещений и улиц. Надеюсь, наш эксперимент не нарушит экологический баланс нашей страны. Вот это место. Нам оно нравится, надеюсь, и вам тоже. Итак, поехали! Нам этот эксперимент очень понравился. Если вы хотите, чтобы мы добавили соду в 5-литровую бутылку Кока-Колы, не жалейте лайки и комментарии. Всем удачи и пока!